Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов brandstart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм Сливы. Вот так вот выглядит костюмчик в запечатанном виде. И посмотрим, как он выглядит на самом деле. Визитка интернет-магазина. В нашем интернет-магазине вы найдете много овощей и фруктов. Сегодня мы рассматриваем сливу. Такая вот шапочка, довольно объемная. Шапка на резинке тянется. Вот посмотрите, здесь небольшая резиночка. Листики. Очень яркий оттенок. Вот так вот шапочка внутри выглядит с подкладочкой. Вот такой вот головной убор. И помимо головного убора у нас в комплект входит вот такая вот жилеточка объемная. Вот посмотрите, можете видеть, она такая довольно объемная, внутри немножко набивная. Яркого цвета такого, как, ну, фиолетовый, немножко свекольный такой цвет. Вместе с шапочкой одного тона. Внизу, по низу идет у нас жилеточка на резинке. Вот посмотрите, он растягивается низ. Внутри все у нас на подкладочке и все такое вот набивное, вы можете видеть, какое-то все плотное. На жилеточке у нас пришиты уже листочки. Без рукавов идет жилеточка. Жилетка у нас на липучках, то есть регулируется. И одна и вторая сторона на липучках. Сзади вот просто обычный простой покрой. Вот так вот выглядит костюм Сливы. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstart.ru.